Такие же ключи есть у моего папы. Или у него есть такой же сейф, или они вместе управляли этим. Твой папа мог такое сделать? Папа? Может. Знаешь, почему он позвал меня домой? Чтобы вытащить маму из комнаты и отправить в больницу. А потом спрашивают, почему барыш сходит с ума. Интересно, почему я схожу с ума? Ты смог посмотреть шкатулку? Не смог из-за злости. Мама мне ее дала. Открой, вдруг там что-то будет. Она сказала, что дала мне свою память. Ах, мама. Что ты наделала? Знаешь, когда я родился, я не заплакал. Заплакал Саваш. Поэтому его зовут Саваш. Фотография. Когда делали фотографию, отец ударил меня. Ощутимо. Почему? Почему? Фотограф сказал, улыбнитесь, а я спросил, почему, я же ребенок. Ударил. Просто так, время не терял. Дай посмотрю. Посмотри. Хочешь денег? Много денег? Тогда заходи на 1xBet. Ведь только тут ты можешь выиграть, ставя на киберспорт и играя в казино и слоты. Получи супербонус 25 тысяч рублей. Участвуй в ежедневных акциях. Стань богаче. Найди сайт 1xBet. Очки Саваша. Я завидовал ему. Почему мои глаза не видят плохо? Ненавидел. И очень любил. Не спрашивай, как, я не знаю. Я очень соскучился по нему. Ладно. Не получилось. Не могу открыть этот сейф. Саваш сказал, что позвонит 8. Если эти люди не смогут связаться со мной в этот раз, то они будут давить на меня. Саша, найди динамит. Прошу тебя, открой сейф. Хорошо, хорошо. Я постараюсь, сделаю все, что смогу, хорошо? А ты продолжай искать ключи, не будем сдаваться. Папа! Ты не уснул? Мы же вместе собирались играть на пианино, папа. Милый, сейчас совсем не время для игры на пианино. Но ты обещал, пожалуйста. Знаю, но... 2 минуты хотя бы, чтобы он не понял. Хорошо? 5 минут тогда. Хорошо. Хорошо, потом ляжешь. Давай, папа, идем. Только 5 минут, хорошо? А потом ляжешь спать. Почему он не открылся?
Не включен, что ли? Эврика. Мой брат спрятал ключи перед нашими глазами. Идемте. Ладно, спокойно. Минутку. Слушаю. Рад вас снова слышать. Вы очень интересовались моим именем. Я Рафи. Сеньор просил передать вам свою любовь. Уверен, что вы сдержите слова, что давали нам. Кстати, большая встреча очень скоро. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.